Всем привет! Начинаю свой новый влог. Я сейчас одна дома, собираюсь на работу. У меня есть 5 минут с вами поболтать, вот и решила начать свой влог. Почему я одна дома? Вчера муж отвез детей к бабушке на каникулы. Чем сидит тут в четырех стенах, пускай отдыхают в деревне на свежем воздухе, развлекаются, катаются на великах, в общем. Вот так вот, все лучше, чем в квартире сидеть, тем более мы с мужем работаем, я всю неделю буду работать, будут они здесь сидеть одни. В общем-то, приняли такое решение, что лучше их отправить туда. Вот. Так что ночевала я одна дома, скучно, в пустой квартире, как-то даже холодно было, странно. Вот. А сейчас я уже собираюсь. С утра привела себя в порядок, душ приняла, подкрасилась, покушала хорошенечко, собрала обед на работу. Вот сегодня такое солнце прям яркое, птички поют, ну не знаю, какая там температура, если честно, не смотрела. Ну вроде бы градусов 14-15 на сегодня передавали, должно быть тепло. Так что вот так, вот с утра сделала такую легкую уборочку, подмела, посуду помыла. Видео сняла, смонтировала, выложила о покупках фикс прайс, магнит, также покупки. Так что вот так. В общем, такие вот дела. Ладно, наверное, буду собираться. Пойду. Если что-то будет интересно или я что-то вспомню, поснимаю вам по дороге. Оставайтесь со мной. Living in paradise, and though you're waiting on you tonight, and that you will never ever die. Итак, я пришла с работы домой, уже почти 9 часов, заходила в магазин, купила себе хлеба. Вот такого. Да, у меня муж только завтра приедет, поэтому я сегодня опять одна. Купила творог. В последнее время творог очень хочется кушать. Взяла печенье. Печенье сдобное называется. Так, кстати, творог 50 рублей, хлеб, по-моему, 23, печенье тоже, по-моему, 35. Булочку себе взяла на работу, такую гату. 13 рублей. Раньше были по 10 рублей, сейчас 13 уже. И Марс, честно, не помню, поскольку он стоит, чек не взяла. Так, сейчас я себе сделаю покушать. Мне нужно еще прокипятить борщ, там суп, что пооставалось, чтобы не прокисло. Я такой едок. Вчера вообще ничего не ела. Сейчас надо покушать. Хорошо, устала вообще, как собака. Вот. Так что вот так вот. Не знаю, что еще вам рассказать. Как-то подустала, сил нету, если честно, ни на что. Вот, в общем, сейчас все прокипячу, покушаю и буду отдыхать. Завтра хочу поспать, часиков до 8. Буду одна, посплю. Вот. Так что так. Ну, если что-то будет интересно, я еще для вас поснимаю. Привет всем. Иду на работу. У нас сегодня дождь. С утра, ну, такой вот, знаете, моросит. Я зонтик то открою, то закрою, то открою, то закрою. Вот дела. Еле встала. Так не хотела вставать вообще. Воскресенье. Вон. Желтая полянка, видите? Справа цветочки цветут. Надеюсь, что меня слышно нормально, потому что ветрено на улице. Вот. Такие вот дела. Иду на работу так нехотя, знаете. Тут опять дождик начинается, надо зонтик открывать, иначе я сейчас все промокну. Оставайтесь со мной, по возможности буду снимать что-нибудь.